Здравствуйте. А не подскажете, а как приготовиться к причастию? Вам нужно почитать молитвы 3 дня. Если это воскресенье, то в субботу вечером прийти на службу. И утром в воскресенье натощак приходите сюда на службу. Вы поисповедуетесь, священник вас поисповедует, а потом в конце службы у нас проходит причастие. Хорошо, спасибо. Алло. Привет. Привет, как дела? Я не могу говорить, я в храме. А что ты там делаешь? Мимо шла и решила зайти. Странно. Может, сегодня пойдем погуляем? Нет, прости, я и сегодня не смогу. Просто завтра хотела сходить еще, сегодня получилось только. Ну ладно. Ну хорошо, давай. Привет. Лена, привет. Как дела? Что делаешь? Все хорошо. Готовлюсь к храму идти. Ты все-таки пока не пойдешь, а мы сходим на дискотеку с тобой? Давай ты еще раз отложишь. Там сегодня Егор Крид выступает. Нет, я все равно пойду в храм. Может, ты со мной сходишь? Я вообще не хотела, но если так, то... давай, пошли на дискотеку, зачем храм? Ты что, бабулечка, что ли, чтобы постоянно молиться? Пожалуйста, что ты там, весело будет. С мальчиком познакомлю тебя. У меня есть парень, я не люблю ходить на дискотеки. Да зачем тебе этот Вася? Не нравится мне твой Вася. Привет, что делаешь? Пойдем гулять. Привет, тебе можно? Да, заходи. Что ты читаешь? Да вот хочу подготовиться к исповеди причастию. Ты знаешь, что читать к исповеди и какие молитвы? Да, мне говорили в храме. Я и не знала, что ты верующая. Возврати себе храм. Возврати себе свет. Мой храм, я возвращаюсь.
мой храм.